Добро пожаловать в обучение режима Warzone. В Warzone каждый исполнитель получает бронежилет. Возьмите со стола бронепластины. Вставьте бронепластину в ваш жилет. Хорошая работа. Пройдите в следующую локацию. Поразите все цели. Отлично, хорошая работа. Обоприте ваше оружие на прикрытие. Бейте по целям с упора. В цели есть броня. Будьте внимательны, меня интересует звук разбитой брони. Вот это звук. Это значит, что броне конец. Стрельба с упора стабилизирует оружие и подходит для атаки на средней или большой дистанции. Отлично, хорошая работа. Тактическая карта – один из лучших инструментов в вашем распоряжении. На тактической карте отмечены необязательные задания, также известные как контракты. Выполняйте контракты, чтобы заработать награды для своей команды. Отлично, хорошая работа. Найдите контракт и примите его. Отлично. Найди планшет с контрактом. Отмечаю ящик снабжения. Захватите его. Пройдите в следующую локацию. Найди и открой ящики снабжения. Когда ты принял контракт, на карте были отмечены ящики снабжения. Именно так. Найди и открой ящики снабжения. Цели обновлены. Выдвигайтесь дальше. Забирай, что хочешь, иначе мне придется самому здесь прибраться. Обрати внимание, что ящики снабжения издают характерный звук, когда ты рядом с ними. Выдающиеся навыки поиска трофеев. Пройдите в следующую локацию. Хорошая работа, приятель. Трофеи и деньги обычно можно найти внутри зданий. Ищи наличные. Посмотрим, что тебе удастся найти. Найди больше наличных. Отлично. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Станции покупки отмечены на тактической карте. Хорошая работа.
Станции позволяют вернуть союзников на поле боя, приобрести серии очков и многое другое. Купи маркер посылки с комплектом. Используй станцию и купи маркер посылки с комплектом. Отлично. Теперь вызови посылку с комплектом и отойди подальше от дыма. Отлично. Посылка с комплектом позволяет тебе выбрать полный комплект. Посылка с комплектом – единственный способ получить перки и некоторые модули в королевской битве Warzone. Хорошая работа, приятель. Купите дополнительное оборудование или выдвигайтесь в следующую локацию, когда будете готовы. Смотри, куда бьешь! Прекрати! Ладно, Крюгер, давай, ложись. Когда ваши союзники получают тяжелое ранение, вы можете реанимировать их, если находитесь неподалеку. Сейчас помогу! Сейчас помогу! Сейчас помогу! Спасибо большое. Именно так. Вы можете отметить для своего отряда, что у... Сообщите вашей команде о найденной бронепластине. Хорошая работа, приятель. Покажи союзнику, где находится броня. Посмотри на броню и сообщи о ней. Покажи союзнику, где находится броня. Посмотри на броню и сообщи о ней. Покажи союзнику, где находится броня. Посмотри на броню и сообщи о ней. Покажи союзнику, где находится броня. Посмотри на броню и сообщи о ней. Спасибо. Хорошая работа. Тут броня.
Выберите точку и отметьте ее местоположение. Отметь местоположение для своей команды. Посмотри на любой другой предмет и отметь его. Тут броня. Спасибо. Отметь местоположение для своей команды. Тут броня. Спасибо тебе. Посмотри на любой другой предмет и отметь его. Тут броня. Спасибо тебе. Отметь местоположение для своей команды. Тут броня. Спасибо тебе. Посмотри на любой другой предмет и отметь его. Тут броня. Спасибо большое. Иду. Понял. Хорошая работа, приятель. Вы также можете отмечать для отряда районы с противниками. Иду. Понятно. Сообщите вашей команде о противниках. Противники в том районе. Понятно. Отлично. Вот так и надо. Вы можете помочь своему отряду и другими способами. Вы можете оставить для вашего отряда предметы из вашего инвентаря. Именно так. Это называется командная работа. Поосторожнее с командной работой, вы можете победить. Хорошая работа, приятель. Бегите к точке эвакуации. Вас ждет следующая задача. Дело сделано.
Королевская битва. Добро пожаловать в Warzone. Используй тактическую карту и выбери время для прыжка с транспорта. Белый круг на тактической карте показывает, где собирается газ. Таймер показывает, сколько времени у тебя осталось. Планируй свои действия заранее. Ищи оружие, избегай открытых участков. И все у тебя получится. Прыгай с транспорта, боец! Тебе надо будет раскрыть парашют до момента приземления. Использование парашюта позволит тебе приземлиться в отрыве от остальных. Но при этом ты приземлишься позже других. Продолжай обыскивать здание, пока не найдешь хорошее оружие. Хорошая работа. Красные точки на мини-карте показывают противников неподалеку. Теперь прикончи их. Солдат. Возьми бронекости. Вылезаю. Урон окончается. Границы безопасной зоны смещаются. Ранили. Зарядиться надо. Заряжаю! Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Возьми бронепластины. Отлично. В верхней правой части интерфейса отображается количество оставшихся противников. Осталось 10. Еще немного. Возьми бронепластины. За последним выжившим прилетит вертолет эвакуации. Уничтожь противников, избегай газа и доберись до точки эвакуации. Удачи! Вражеский солдат! Подожди!
получается. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Заряжаю. Осталось четверо врагов. Вы знаете, что делать. Использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Осталось всего трое. Заряжаю! Цель уничтожена! Мы довели дело до конца и... Отлично! А у тебя крепкая шнура. Отлично сработано. Транспорт уже в пути.
Разомнитесь как следует. Скоро начинаем. Операции высаживается противник. Следите за небом. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Хватит тренироваться. Пора в настоящий бой. Королевская битва. Отметь точку высадки и веди команду в бой. К вашей позиции приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Уничтожьте все цели в районе операции. Ранили! Пожаловать в ГУЛАГ. Сражайся за свою свободу. Бой начинается. Готовься к бою. Скоро твоя очередь. Победишь здесь, вернешься на поле боя. Проиграешь, тебе конец. Твоя очередь, солдат. Разберись с этой сволочью. Тебе тут задрали задницу. Ты возвращаешься обратно на базу. Еще не все пропало. Твоя команда может... Есть медстанция!
возьму. Здесь есть станция. Иду. Здесь не станция. Здесь медстанция. Снайперская винтовка. Здесь штурмовая винтовка. Тут броня. Я за рулем. Иду. Штурмовая винтовка. Тут броня. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Концентрация газа есть повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Тут боевое снаряжение. Я за рулем.
Снаряжение! Приближается газ. Я за рулем. В безопасной зоне. Остерегайтесь врагов. Я за рулем. Я буду пассажиром. Противники в том районе. Я под обстрелом! Противники в том районе! Иду! Под обстрелом! Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Противник! Здесь медстанция. Это был тяжелый бой. Возвращайтесь на базу с докладом.